Вот это скукотень! И чем бы заняться после школы? Девочки, у меня такая классная новость! Ну давай, удиви! Моих родителей сегодня вечером не будет дома! Ну и что с этого? Как что? Я устрою вечеринку! Вечеринку? Супер! Ура! 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 На вечеринку! Интересно, чего вот это девочки радуются? Пошли посмотрим. А еще закажем сок! И какие-то сладости! Да! Маша, что за шум? Есть повод для веселья? Конечно есть! У меня сегодня дома вечеринка! Вечеринка? А мальчикам можно присоединиться? О боже, только вас нам не хватало! Аня, да чего ты? Конечно, можно! Ну, я думала, хоть сегодня будем без мальчиков. Ну, девочки, перестаньте, вы чего? Сава, а ты придешь ко мне на вечеринку? Ну, если ты меня пригласишь, то приду, конечно. Сегодня я приглашаю всех! Ура! Ура! Ура, девчонки! Шумит! Эту вечеринку. Да можем прямо сейчас. Согласен. Договорились. Все идем ко мне. Тогда мы с Аней купим пиццу. А мы соки и сладости. Вечеринка? Ну, Ева. Всех главное пригласила, а про меня забыла. Еще один урок, и мы свободны. Блин, что же мне такого придумать, чтобы попасть на эту вечеринку? Кончим, все свободны. Сейчас будет вообще классно. Я так готовилась, что пиццу слышала. Да, классно. Класс. Я тоже рюкзак забыла. Вот, держите ключи, вы идите ко мне, а я возьму рюкзак и догоню. Окей. Да, и не забудьте по дороге купить пиццу, сладости и сок. В холодильнике можете брать все, что хотите. Не переживай, все купим. Так, чё это я должен сам этим всем заниматься? Какую пиццу закажем? На 84 сыра, я её обожаю. О, а Сан Георгий звонит. Алло? Алло, Сава? Так, бери Максима и шуруйте в спортзал, мне нужна ваша помощь. Какая разница зачем? Придете, я все объясню. Ладно, сейчас будем. Сава, и что Арсен Георгиевич хотел? Да, помочь ему там надо. Идем, Макс. А нам что делать? А вы к Еве идите. А мы позже придем. Ну ладно. А мы пока там все приготовим. Так, где мой рюкзак? О, так вот он! О, сколько уже можно ждать этих помощников? Арсен Георгиевич, зачем звали? Короче, через час здесь должен быть идеальный порядок. Я приду проверю. Давайте, давайте, за работу. Вечно тут Арсен Георгиевич все портит. Да ладно, Макс, давай все быстро уберем и пойдем к девочкам. А то так есть хочется. О, Марго, привет. Привет, Ева. А что это у тебя на носу? У меня... Где? Что? Так ты иди к зеркалу и сама посмотри. Ну ладно, подержи мой рюкзак, пожалуйста. Да, конечно, сестричка. Давай. Я быстро. Отлично. Странно, ничего нет. А теперь посиди там немножко. Будешь на кухне. Ты зачем меня забила? Выпусти меня немедленно отсюда. Как я все хорошо придумала. Ну ничего, я сейчас ребятам позвоню. Блин, телефон в рюкзаке, а я рюкзак Марго отдала. Ну что же мне делать? Ну все, держитесь. Сейчас я вам устрою вечеринку. Ах, сколько можно эту Еву ждать? Да, и мальчики куда-то пропали. Аня, иди принеси стаканы. Ага. Помогите, пожалуйста, хоть кто-то откройте меня. Фух, ну вроде порядок. Да, устал страшно. Ну все, теперь я точно Ева. Ну что, вроде все готово. Да, осталось дождаться только Еву и мальчиков. Всем привет! Ну наконец-то! Ева? Ты когда успела переодеться? Точно! Ты же была в белой кофте, а сейчас в желтой. А вот успела! Это я так для Савы
старалась. А, понятно, почему ты так долго. А мы тебя дождаться не можем. Ну, девочки, хватит спорить, скоро мальчики придут. Ты права, Аня, скоро придут. Кстати, никто не знает, где моя косметичка. А мы что, должны знать, где твоя косметичка? Ева, ты же у себя дома. Иди и посмотри у себя в комнате. А, ну да, я же у себя дома. Пойду посмотрю. Какая-то она странная. А может, это не Ева? Да? А кто же? Так, где же у нее может быть эта косметичка? Блин, здесь одни вещи. О, здесь какая-то косметика. О, кажется, то, что мне надо. Ну, я тебе, Ева, устрою вечеринку. Макс, ты слышал? Мне кажется, там кто-то кричит. Да ну, тебе показалось, побежали быстрее. Наконец-то, где вы ходите? Заходите быстрее. Макс, я не могу успокоиться. Кто это там кричал? Да ладно тебе, Сава, проехали. Идем давай. Ну что тут у вас, красотки, стол накрыли? Да накрыли уже, накрыли. Вас ждем. А вы все на стол поставили? Или там еще что-то в холодильнике есть? Блин, они же сейчас в холодильник залезут и все съедят. Так, ничего там не осталось. Мы сами все будем выдавать. Ну ладно, жадина. А где Ева? Почему она нас не встречает? Да, а где Ева? Так она уже дома давно. Только она странная какая-то. Странная, говоришь? Вот видишь, Макс? Интересно, как там Ева поживает? Не страшно ей там одной сидеть? Надеюсь, Сава не догадается, что я Марго. Блин, меня никто не слышит. Они там без меня на вечеринке веселятся. Так что ты такое услышал, Сава? Да просто тогда, когда мы бежали по лестнице, я услышал чей-то крик. И голос очень был похож на голос Евы. Сава, что ты такое придумал? Ой, Сава, ты так влюблен в свою Еву, что тебе ее голос везде мерещится. Да ну тебя, Макс. Ай, Сава всегда так кажется. Ага. Всем привет. Почему такие взволнованные? О чем разговор? Привет, Ева. Да ты понимаешь, Саве тут разные голоса мерещатся. Не разные, а именно твой, Ева. Будто ты звала кого-то на помощь. Какая помощь? Дома мне ничья помощь не нужна. Так, все, проехали. Давайте лучше веселиться, наконец. Кто-то идет! Спасите, пожалуйста, откройте дверь! Помогите, откройте дверь! Не понял. А это еще что? Ева? А ты что здесь делаешь? Арсен Георгиевич, спасибо вам огромное, что выпустили меня отсюда. Вы мой спаситель. Да не за что. Странная какая-то. Погадаю. Ты, да, я недавно научилась, и у меня неплохо получается. Ты научилась гадать? Да, кто первый? Я первая, мне погадай. А ты, Ева, не хочешь, чтобы я тебе погадала? Мне? Нет, не хочу. Почему это ты не хочешь? А я и так знаю, что меня ждет и на что я способна. А вы, мальчики, не хотите, чтобы я вам погадала? Нет, мы в такую ерунду не верим. Лучше мы послушаем, что ты скажешь, Аня. Или соврешь ей. Да отстаньте вы, давай, Виолет, начинай. Значит так, это линия судьбы, это здоровье, а это любви. Ну-ну, и что говорит линия любви? Так, Макс, помолчи, пожалуйста. Продолжай, Виолет. По твоей руке я вижу, что у тебя появится скоро новый парень. Да ты все врешь, меня мой Даня вполне устраивает. И где она тут увидела нового парня? Ева, дай-ка свою руку. Зачем? Да так, хочу кое-что посмотреть. Да отстань ты от меня. Ты что, боишься? Что? Боюсь? Да на, пожалуйста. Ну-ка, ну-ка. Я ничего не пойму. Вроде бы твоя рука и не твоя. Как
мне холодно, как я замерзла. Они так веселятся без меня. Ну, мне это Марго получит. Ой, кто-то пришел. Пошли, откроем. Пошли. Интересно, кто бы это мог быть? Пойду лучше спрячусь в Евиной комнате. Мальчики, я на минутку. Кто бы это мог быть? Не знаю. Девочки, впустите меня быстрее, я замерзла! Какое впустите? Ева дома! Это я, Ева! Знаешь что, Марго? Мы сейчас ребят позовем. Да какая Марго? Я Ева! Сава, Макс, идите сюда! Эй, мальчики! Ева? Ты? А там кто? Кто-кто? Самозванка! Неужели непонятно, что там Марго? Марго? Точно Марго! Как мы раньше не догадались? Макс, а я тебе говорил, что это Ева назвала на помощь! Да я уже и сам догадался. Ну что, Марго, вот мы и встретились! Ева? А, здорово, мы с тобой всех разыграли, правда?